Всем привет, с вами Анирель. До конца 12 главы осталось наконец-таки не так много. И на очереди 12-6 элит. Здесь у нас три ачивки. Никто из наших не умирает, никто из союзников NPC не умирает. И выиграть за 8 ходов. Гарантироваться, конечно, я постараюсь на это, потому что я хочу 3 ваучера. Так. О, я помню эту карту. Тут, короче, будет куча адов. И мобы с тентаклями. И Гера Лайла. Просто Лайла. Геральт потом придет. А, вот сундук, кстати. Для наивысшей мобильности. Давайте вот так вот распределим. Так. Хьюстон, у нас проблема. Мне сейчас гвардс сшибут, потому что вот эта вот псина не засайленсена. А, она не добежит, у нее ногу оторвало. Тогда не важно. Тогда не важно. А, нет, добежит. Чёрт. Токсик. Сейчас начнется опять та же самая дурацкая ситуация, когда Эмерик полезет на босса, а босс неубиваемый. Тентакли. Старые тентакли. Сейчас придется с этим разбираться.
Это третий ход. У меня всего 8 ходов на то, чтобы убить весь трэш. Зачем девушка кастовать на себя регенерит, если вас никто не бьет? Зачем? Хватали Гералейлу. Теперь похватаю не знаю кого. Если достанет... А, он не достает. Это, кстати, идеально, то, что он не достает. Правда, сейчас придется прейер там бабахнуть. Хорошо зашел. Так, что мы имеем? Штукенцию, которую, скорее всего, пробьет только Леон. Кучу летающих штукенций, которые мне не нравятся. Так. Надо еще сейчас будет активно готовиться к тентаклям, потому что они точно будут. Эмерик хорошо встал, хорошо, что он пошел вниз. А вот этот дурилка плохо сделал. Надо будет сейчас бегать за ним и хилить его, дурачину. Хватит был, ожидаем. Вот это, кстати, очень удобно. Смотрите, NPC Гвард в кои-то веки реально пригодился. Круто. Так, ну что, мне надо держать живым вот этого парня. Несмотря на то, что он сам не хочет, блин, жить вообще.
От летунов избавились. Вроде все в порядке. Даже Эмерик решил мне внезапно помочь по делу. Потно, потно, потно. Надо сейчас спасать этого парня срочно. Так, шестой ход. Шестой ход. Я, в принципе, могу сюда прибежать Тиариской. Дать в нее эген и тут всех прохилить. Это должно сработать. Так, все, сейчас он должен сам уже прохиливаться более или менее. Нормально. Ой, меня опять тентаклит. Так, седьмой ход. Ну, пока все выглядит так, что я успеваю. Я же правильно помню, что мне нужно убить последнего отда, и тогда слетает эта инвенсибилити. Да. Слетает. И остается только один главный вопрос, как забрать сундук. Хороший вопрос, кстати. Похоже, я его сейчас не забираю. На самом деле, я думаю, никто не умрет, если я его сейчас не заберу. Будет просто немножко геморройненько. А, он достаточно жирный. Так что NPC его не пробьют. Хорошо. Хорошо. Итак, восьмой ход. Выиграть за 8 ходов. Чек. Так как Лиан у нас ничем полезным в этом раунде не занимается, пускай она забирает сундучок. Серьезно, и ради этого столько мучений? Фу. Даже как-то не солидно. Ладно, сейчас Леон нам покажет, кто здесь главный. Раз, два, три.
Если я ничего не накосячила, то я выполнила все три ачивки. Три звезды. Сундук взяла. Раз ачивка. Два ачивка. И 8 раундов. Супер. Всем удачного прохождения. Всем пока.